сосет ли медведь лапу. Многие наивно считают, что в период зимней спячки косолапы добывают ценные витамины из своих конечностей. Но это не так. Дело в том, что в январе происходит обновление кожи на подушечках лап медведя. Старый сухой кожный покров лопается и доставляет ему сильный дискомфорт. Чтобы как-то умерить этот зуд, медведь облизывает лапу, увлажняя и смягчая ее своей слюной.